Чё как, зрители? Это Гагатун, и сегодня мы продолжим играть такую игру под названием Слендер. Потому что многие из вас сказали, а почему ее не продолжить? Но я думаю, ну офигли, почему нет? А многие из вас писали мне, что главное, что я не должен делать, это смотреть назад. Мол, если не смотреть назад, то все будет отлично, и я попробую поиграть еще раз с надеждой на то, что это действительно какой-то полезный совет, а не просто так кто-то написал какую-то ерунду. Я, правда, не знаю, ну, то есть, я не смотрел, где там все это находится, как бы координаты какие-то. Ничего, я не в курсе. Ладно, пойдем, наверное, налево вначале. Блин, у меня мышка так быстро настроена, я по инерции буду смотреть, наверное, 360, как обычно. Ну, ладно. Так, мы начнем с дерева, с нашего доброго, любимого дерева, которая никогда нас не подведет. Ладно, наверное, мне меньше по сторонам смотреть. Но если я буду совсем мало смотреть по сторонам, то я могу ничего не увидеть. Мне кажется, что-то... А, нет, это просто тени такие странные. Ну ладно. Дошли мы до нашего любимого дерева. Осторожно. Так, что-то я пропустил где-то записку. Или ее тут нету. Эй, записочка, ты где? Я вокруг тебя 360 кручу. Где записка? Это не тот дуб, который мне нужен? Или я слепой немного? Эй, записка, ты где? Куда ты пропала? Это не смешно? Ну ладно, это довольно клевое начало. По идее, пока я не подбираю записок, на меня не должен охотиться Слендер, и ничего не должно происходить. Но... Чё за фигня? Серьезно, чё за фигня? Где моя записка? Я же знаю, что она должна тут быть, приятель. Тебе не скрыть от меня записки. Так, не надо выдыхаться. Это деревья, да. Здорово. Не, машина есть, там записки нет. Что это за чушь? Что-то я делаю в этот раз не так, или игра склонна к вариативности. Что-то я начинаю чувствовать какой-то запашок подставы. Вдруг всего этого. Ладно, запомнили номера 13-0-65. На всякий случай, вдруг поможет. Отличный рисунок детский. Да, один из восьми. Я не соберу никогда все страницы, я очень медленно так... О боже мой, я испугался этой машины уже, что это она какой-то тут призрак. Так, я не помню, ну ладно, где-то оно тут должно быть, это дерево, да, вот там дуб. Я все-таки хочу вернуться к дубу, посмотреть, неужели там не было записки. Она ведь должна там быть, по всем, ну то есть по логике просто она должна там быть, почему нету записки? Это может быть как... Я думал, что в трубе должна быть записка, но ее там не было. Может, не нужно просто очень долго ходить здесь, когда они появятся. Ну ладно. Ладно, тогда мы вернемся туда, откуда мы пришли изначально. Что-то вот мне не нравится та темнота, мне кажется, она как будто даже пульсирует. Хотя, возможно, это я уже что-то надумал. Да, почему-то мне кажется, что со второй попытки игра стала страшнее. Нет? То есть... То, где ты ожидал записки, этих записок уже нету. Ты начинаешь накручивать себя сам. Идешь по гребаному лесу. А, мне казалось, что там кто-то есть слева. Нет, там, по-моему, нет, там просто, по-моему, подсвечено что-то. Ладно, лес. Давай, принимай меня в свои объятия. Я иду чуточку быстрее. Нет, я не хочу идти чуточку быстрее. Я лучше пойду с такой скоростью, с которой я иду. Осторожно, по лесу. А, ничего тут интересного нет. Что это такое? Так, что-то я вроде в этом месте раньше не был. Какая-то ржавая постройка, кажется. Там дальше. Или нет? А, ладно. Да, это какая-то труба опять. О, я вижу рисунок. Или надпись, не знаю, что это. А, что же там будет написано? Интересно же мне... Нет, нет, нет. Да, да, да. Спасибо. Спасибо за листочек. Я не буду оборачиваться назад.
стал себе найти сортир. То есть получается, я где я запомнил, в сортире находилась записка. Это все зря. То есть я могу ее и не найти. Так, осторожненько так. Оглядываемся осторожно. Кажется, я иду не туда. Тоже да, тут медленно, наверное, оборачиваемся назад. Возможно, просто я буду идти задом немного. Боком я буду идти. Да, так даже как-то страшнее, если честно. Вот, я вышел к дороге. Здорово! Крабиком очень-очень хорошо себя оправдал. Я вышел на дорогу. Все еще не вижу ничего интересного. Кажется, небо краснеет почему-то. О, камни! Да прям мы в этот раз абсолютно другие вещи видим. Не то, что прошлый. Только как бы мне так бы дойти к вам осторожно, чтобы случайно не обернуться на... А, вот. Что же тут будет написано, приятель? Оставь меня в покое. Обязательно, как только... Нет. Не надо этой музыки. Не надо. Я спокойно соберу все твои чертовы листовки. Ты как... Может, ты собаку потерял? Хочешь, я для тебя ее найду или не знаю. Могу записаться на твои курсы. Пугание в лесах. Не хочешь? Я могу записаться, мне не жалко своего свободного времени. В конце концов, я играю в видеоигры в свое свободное время. Как же мне может быть его жаль? Ладно. Что-то наше приключение идет по каким-то пустым тропинкам. Я не хочу переходить на бег, серьезно. Мне просто не хочется переходить на бег. Нашел я эти гаражи. Или это что это такое? Это что это такое? А? Эй, это заборчик какой-то странный. Так, боком. Это крест. Тут, наверное, клад есть. О, боже, вот это будет страшно, наверное, обходить. Помогите мне. Ничего не могу помочь. Я сам пытаюсь помочь себе. Так, я иду боком, чтобы не оборачиваться. Нет! Я не поворачивался! Тварь! Я не оборачивался!